Так, он будет кончен. Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня хочу вам рассказать про томат Казанова. Вот такой вот томат. Вот, это вот он уже у меня в консервации, потому что свежих, сами понимаете, сейчас нет томатиков. Вот так вот буду держать, потому что не видно. Вот открыли баночку, показать, что он хорош не только в свежем виде, но и в консервации. Целиковый вот такой, не трескается, не лопается. Очень красивый томатик и вкусный. Вкусный, очень урожайный. Сейчас я вам расскажу свои впечатления. Сажала я в 2020 году его первый раз, этот томат. Очень он мне понравился. Очень урожайный. На канале у меня есть ролик. Я прям непосредственно с теплицы снимала. Кому интересно, посмотрите. Значит, растет он там высокий, до 2 метров. Прям упирается в крышу. И прям там показано, какой он красивый. Вела я его в 2 куста. Очень урожайный. Завязал 6 кистей. Вот на весь этот свой рост 2-метровый. И в каждой кисти по 5-6 вот таких вот красивых оригинальных плодов. Плоды производитель пишет 20 сантиметров, но у меня 20 не выросли, где-то 12-15 сантиметров и 150-200 грамм. Вот такие вот они. Значит, томат, сейчас вам расскажу, написал даже. Значит, интересен тем, что он экзотические оригинальные формы. Очень-очень рекордно высокой урожайности. Куст высотой 2 метра. Среднеоблиственный. То есть вот очень оригинальный тем, что мало листьев на нем. Прям одни томаты, томаты, томаты. Томаты вот такой вытянутой формы. Очень красивые. Значит, гладкие, плотные. С раздвоенным вот таким донцем. Раздвоенным. Так. Плотная бессемянная мякоть, значит, очень вкусная, без единой кислинки, подходит для длительного хранения. Долго их можно хранить, если сорвете в молочной свежести, спелости или зелеными. Они очень хорошо дозариваются и долго-долго хранятся, в прохладное место сложить их. Вот сейчас мне нечего показать, потому что вот я показываю, закрывала в консервации. Видите, они даже не растрескиваются, не лопаются, целеноплодное консервирование. Вот, вот такие вот хорошие урожайные томаты. Производитель пишет, что это для защищенного грунта, но они и для теплиц, и я сажала и на улице. То есть очень хорошо они растут и там, и там. На улице они, конечно, поменьше, они где-то 1,5 метра, а в теплице 2 метра. Значит, вот рассказываю, сама выращивала и всем рекомендую. Но вопрос у меня в том, что не помню я, брала ли я свои семена или не брала, помоги ей. Вот, а у меня семена на даче остались. Вообще я брала изо всех, как бы, это, изо всех томатов, много выращивала сортов и гибридов, и брала много семян, но конкретно вот про томат Казанова не помню. И посмотреть, они у меня остались на даче. И сейчас вот всем соседям рекомендую, всем как бы нахвалила, а в магазинах нигде нет. Поэтому вот заранее, пока еще есть время, хочу вам сказать, если попадется, у кого есть желание, покупайте и посадите такие томатики, вы не пожалеете. И пишите мне комментарии, если кто сажал, как у вас получилось. Я сажала этот томат в Подмосковье, у нас считается зона рискованного земледелия. Грунт плохой, погода тоже не очень хорошая, но томат себя показал очень хорошо, очень урожайный был. Весь куст увешан плодами, крупными, вкусными, мясистыми, сладкими. Вот прям рекомендую всем. Сама сажала в 2020 году первый раз. И обязательно посажу в следующем, в 2021 году, в следующем сезоне. Так что, если где увидите семена, я вот не смогла найти семена, буду усиленно теперь искать. Не помню, брала или не брала. Значит, кому попадутся, обязательно купите и посаждите. Я всем рекомендую томат
Казанова. Это сорт, производитель Сибирский сад. Вот такие вот они у меня в консервации, цельноплодные получились. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.